Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка и Тучка, ОЛТВ, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Сегодня очень классная и интересная рубрика, потому что будем проверять, какая бомба самая мощная. Смотрите, какие мы подготовили классные постройки. Маленькая, больше и гигантская. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Если эта бомба будет очень мощная, мы уже будем взрывать тогда в той постройке. Так, давай, жахай. Ого, а чё дом целый еще остался? Еще можно жить. А чё она не разлетелась до конца? Я же строил дом. А это подъемник, это лестница, да, это такая. Очень странно, да, как-то ударная волна по низу пошла. Ну давай, есть 2000 ЛБ. Фигач. Да, а все равно. А чё? Дом. А ну стой, давай мы тогда поставим бомбочку вот здесь вот. Да, давай прям в доме. А ну-ка давай. Ничего не видно. А чё она? Оно не взрывается? Блин, не, ну только стены разлетелись. Как-то. Сможет ли поджигающая спалить это здание? Сможет, я уверен. Ну давай посмотрим, у нас еще немножко взрывается даже. Ну-ка я отвечу. А я тут. Бабах тебе. Что это за огоньки? Газовая горелка какая-то получилась просто. Ультрасвечи. Ничего, да, не взорвалось? Ничего. А ну-ка вот эту вот. А это да. На щепке. Вот это красиво. Смотрите, что с этим зданием случилось. Подвинул. О, давайте мы же эту бомбу так опять тут же взорвем. А ну-ка давай. Посередине здания. Давайте. Но. Она много раз взрывается. Вот это эпически. О, смотрите, у меня есть красивое вот такое вот здание. Давай. Какое? Ух ты. Давайте прям у подножья взорвем эту бомбочку. О, давайте с одной стороны, чтобы она прям в сторону разлетелась. А ну-ка, жахайте. Бахайте. Нормально же, нет уже. Класс. Красиво разлетелось. Так что, кому надо там окна, двери, после ролика можем забирать. Есть еще вот такой вот бункер, который защищает от бомб. Но мы сейчас сделаем, что мы бомбу взорвем внутри и проверим, выдержит ли он бомбу изнутри. А, нет, давайте сначала мы снаружи взорвем. Так. Давайте вот такую вот. Целы вы останетесь или нет? А мы закрылись от тебя. Это надежный бункер, он выдержит все. Я сижу на ванне. Что это за бомба странная? Ой, что-то твой надежный бункер, стены разлетелись. Это вентиляция, все по плану. Смотри! Ой, чё это? Туалет зато на месте. Зато посрать можно, пацаны. Ой! Развалилась вся карта. Смотрите, какая тоже постройка, которая должна защищать. О, ну максимум от дождя. Она даже от дождя не защитит. Но мне кажется, это будет прикольно, когда мы будем взрывать маленькие постройки мега мощными бомбами. О, вот такую. Бахайте, ребят. Давай. Я сейчас умру здесь, и мы тоже. Ой-ой-ой. А я упал на кресле. Ну это какой-то ядерный дождик. Ничего не осталось. Хорошо, давайте дальше. Давайте тогда взорвем что-нибудь более мощнее. Смотрите, вот это настоящая прям штуковина, которая должна защищать, видите? Все, заходите. Можно дверь закрыть? Она стой. А что она? А тут может есть это рычаг? А вот рычаг есть. А ну нажимай. А где-то окна. Я прилягу тут. Блин, дверь, ну за... О! Я тут нажимаю. Там, блин... А, о, я, во, зафризил, о, короче, все, нормально. Я не хочу вам специально говорить, что я за бомбу поставил. Я тут на кровати лежу. Ой. Дверь отпала. Целая? Живой, да. Да ладно, оно выдержало. Только ты кровать мне сломал. Ничего себе, оно реально выдержало, я даже не ожидал. Хорошо. Дверь отломались. Ну. Ох, ёй. Да ладно, оно крепкое. Это нормально. Тут только пробы попадали, типа вот. Давайте так. Внутри ее взорвем. Вот эта бомба, она очень мощная. Сейчас я вам поставлю, и вы внутри жахните. Давай. Давай. О. А ну-ка. Но. Да не. Оно подпрыгнуло, как жаба просто. Тут все внутри разворошилось. Короче, пацаны, этот бункер подтвердил свою мощь. И свою функцию. Ну, разве что калитка у вас отлетит. И там лампочки все отлетели. О! Ладно, давайте мы сделаем еще один тест. Мы взорвем маленькую ядерную бомбу. Реально маленькую. Смотри. Чпоньк. А ну-ка взорвите ее. Я подальше отлечу, посмотрю. Смотрите, какой гриб будет от этой бомбы.
Ой. Оно пошло танцевать. Бункер целый, он улетел просто. Он стал просто. Хорошо. Мощный бункер. И реально я удивлен, что оно не развалилось. Во. Ого. Вот это уже мощь. Давайте, пацаны, вот эту бомбу. Одна из самых мощных и имеет очень большой радиус. Ой-ой-ой! Ничего не осталось. Ну, блин. Даже фундамента нет? Вообще ничего? Все. Кстати, там, где был центр взрыва, оно, наоборот, раскидало все вокруг. Смотрите, какой еще есть бункер маленький. Ух ты. Это для одного чисто? Мы туда все поместимся. Залетайте, залетайте, а я буду бомбу сейчас рядом взрывать. Все, сидите. А, это душ. Это душ? Ну все, проверяем, выдержи душ это. Ой, я же так вылетел из него. Покупались, пацаны, нормально? Я думал, здесь, короче, труба протекает. Ого. Мне эта бомбочка больше всех нравится. Она так прикольно раскидывается. Должна быть очень прочная. Ага. Так она из дерева. Да я сначала не вообще не прочь. Она сейчас просто разлетится на говно. Так. Давай ставь. Ну все, вам жоп. Да ты... бомбу ее сломал. Я ее даже взрывом просто расфигачил, не говоря уже со саму бомбу. Эта бомба реально имбова? Она так классно разрушает здание. Ладно, ставлю что-нибудь очень крепкое, пацаны, смотрите. Я даже не знаю, что это за материал. Оно так покрашено странно. А, так это дерево обычное. Нет, это не дерево. А, что это? Это стекло. Стекло. О, давайте проверим, разрушит стекло или нет. Оно взрывает. Какая-то плитка керамическая, как будто. Давай. Давай похуй. Ни о чем. Пока что одна постройка, да, выдержала? Ого. Вот это уже настоящая база, которая должна выдержать все. О, что это за решетка здесь? Это типа тюрьма? А ты где? А, да. А ну-ка, если нажать. Параша, а это типа закрыть, да? Да, прикольно, кстати, работает. Тут наказано. Да. Тут можно... Тут все видно, короче. Ребята, это, ой, это очень мощная бомба, я отлетаю подальше. Контейнер, смотрите, летит. Блин. Если вы хотите, ребята, очень много таких роликов, где мы разрушаем разные постройки, обязательно прямо сейчас ставьте лайкосики и подписывайтесь. Только для подписчиков делаем эпический контент. Хорошо, база не выдержала эту проверку. У нас есть вот такой вот. Ну, я не знаю, ну, не будет ли лагать Гаррисмод? О, смотрите. Это типа аванпост, да? Как такая вот вышки здесь. Прикольно сделано. Ну, тогда, раз такой аванпост мощный, мы тогда взорвем что-нибудь, например, Джейдам. А ну-ка, бахай. О, не, а нифига себе, Джейдам. Ни о чем. Вообще ни о чем. Дал так дал. А что-то осталось целое? Вот такая есть бронированная стена. Вставайте за стену, а я с этой стороны взорву бомбу. Проверим, выдержит она или нет. Я выглядываю, давай. Не, не выглядываю, тебе может осколки в глаза попасть. Да ничего страшного. Вот такая вот поджигательная. Так, смотрим. Сейчас будет фокус. Фокус минус стена. Она нормально живая. Она выдержала? Да. Она просто почернела, хорошо. Но она деревянная. Давайте тогда вот такой вот. Ой-ой-ой. Что за... О, ай. Все. Не выдержала. Не выдержала. Помните, мы в роликах тоже ставили этот бункер, когда у нас были стихийные бедствия? Ух, только да. Стекла не было тогда. Закрывайте дверь. А, стоп. О. Сейчас я поставлю бомбу. Давайте не буду в притирку ставить, а подальше. Мы вечно давай. Ставим прям рядышком. Брось нас ее. Хорошая идея. Эй. Не закрой дверь. Одни стены. Я ее ставил, она уже шатается, не говоря за бомбы. Давайте с базуки стрельну. Выдержит базуку хоть или нет? Нет. Оно шатается, смотрите. Прикольно, да, разрушается? О, давайте все с базуки стрелять. Не, смотри, держится. Ух ты. А не, шатается. Ну поставь бомбу, для чтобы добивающие. Ну давай. Или нет? Давай что-нибудь немощное.
Ну что-нибудь такое, да. Ты, да, молодец. Оно просто слаживает здание. Так, пацаны, затестим это здание. Очень вроде крепкое и каменное, да? Кстати, а ну давайте проверим. Если выдержит базуку, значит можно и бомбу сбрасывать. Оно окно выдержит? Сбрасывай. Даже окна выдерживают базуку, значит можно бросать и бомбу. Кидай. Вы думаете внутри взорвать или снаружи? О, давайте на крыше. Об крышу бахнет, да и все. Ты где запустил? Давай. А я по лестнице. Сложилось. Вообще ни о чем. Вот это точно должно быть очень прочное, смотрите. Замок. Это нет. Прям крепость. Ух ты. Я уверен, оно не прочное. Оно не прочное. А с чего вы взяли? Базука держит его? Да. Ну все. Она на соплях. Давайте тогда прям мега мощную бомбу взорву. Давай. Давай. Да. Ничего. Вот этот дождь из камней просто падает. Вот еще одна есть мощная крепость. Ого. О, я сейчас бомбу прям внизу тут взорву, где ножки ее. Проиграй. Давай, Макс, взрывай. Да. О, крыша осталась. Ну все, можно жить дальше. На крыше. Не выдержала она проверку. Ну блин. О, давайте тогда сделаем прям эпические кадры, смотрите. Ого. О, сейчас будет красиво. Но мы сейчас уже, ребята, будем взрывать что-то очень мощное. Давайте для начала возьмем маленький ядерный взрыв. Взрывай. Но. Воу. Сейчас у нас будет очень мощная бомба. Поэтому у нас будет очень мощное и здоровое здание. Давайте под низом все-таки взорвем, чтобы посмотреть, как оно будет красиво лететь вверх. Смотрите. Взрывай. Только не сейчас, сейчас я отлечу подальше. А теперь взрывай. Ничего, да, не осталось? Да. Вообще ноль. Сейчас мы будем взрывать таких три здания. Ого. Да, и будет взрыв у нас происходить вот здесь вот посередине. Но бомба будет еще мощнее, чем предыдущая. Смотрите. Вот эта бомба, она как пол здания. Взрывай! Она... Разлетелась. Ребята, кто досмотрел до этого момента, это будет еще более эпический взрыв. Ого. Смотрите, какой у нас бункер-коробка. А что это внутри здесь такое за штука? Может, это какой-то завод вообще? Ну да. Странно, что мы его раньше никогда не взрывали. Я ползу тут. Давайте тогда мы запустим внутри ракету. Давай. Смотрим, что произойдет. Так, крыша запустилась. Сломалась. Уперлась в крышу? Да. Да, походу. Взрывайте ее. На. Да, блин. Очуметь. Это было прикольно, что изнутри взрыв был. Так как это здание было самое мощное, мы сейчас будем бомбу взрывать внутри. Но мне это интересно, залезет ли сюда ядерная мощная бомба. Ладно, мы тогда поставим не сильно большую. Взрывай. Выдержала? Да. Ну блин, ну что там внутри вообще произошло? Блин, ну она крепкая, тут, кстати, патроны какие-то валялись. Холостяк. Вот еще есть прикольная база. Как эта дверь такая голографическая, прикольная, да? Ой. Какая-то плитка, буржуйка здесь. И теперь у нас будет одна из самых мощных бомб в Гаррис моде. Это царь-бомба. О, давайте мы ее взорвем через всю карту. Давай, бросай только. Давайте проверим, как это здание разлетится. Ага. Его просто снесло. Ничего не осталось. Вот оно еще разрушается. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще увидеть много разрушений и взрывов, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. На всем отличного настроения и всем пока. Ой, бабах. Пока. Пока.